Очень рада вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Как уже сказали, меня зовут Людмила Иванченко, я являюсь директором нашей компании. На данный момент я нахожусь в декретном отпуске вот со своим самым главным бизнес-партнером, с моей доченькой. Ну, точнее, сказать, декрет уже закончился, как бы я, в принципе, до сих пор не заметила, да, дочке уже вот исполнилось несколько дней назад, 4 годика. Зарегистрировалась я 2 года назад. И вот зарегистрировалась, честно скажу, не сразу, когда вот мне Люда в первый раз предложила, как бы я не согласилась даже выслушать суть предложения, вообще, что она мне предлагает. А через какое-то время я уже сама ее нашла, написала с вопросами, чтобы она мне рассказала более подробно, как можно зарабатывать в компании Replay. Люда мне на тот момент показала совсем другую сторону компании, то есть, что я знала, да, вот так работать можно. Она мне показала, что тут можно зарабатывать намного больше, чем просто вот разницу на продажу. Честно вам скажу, если бы она тогда вот мне предложила скидку там, или подарки, а тем более вот продажи, я бы, наверное, ни за что не согласилась. Да? А вот именно в построении структуры, в построении своего бизнеса я поверила. Да, и терять мне было нечего, меня-то все равно было нечем. Работа мне очень понравилась, это было что-то новое для меня, это было очень интересно. Мне понравилось, что тут не надо ничего вкладывать, ну, кроме своего времени, да, в принципе, финансов. Официальный доход, бесплатное обучение у нас, там, компании у нас в команде, да, поддержка опытных коллег, вообще стиль жизни, который мне нравился, который мне нужен был и сейчас нужен был, да. Я долго не думала, в принципе, сразу присоединилась, сразу зарегистрировалась. И сейчас все больше убеждаюсь, насколько это прибыльный проект, прибыльная компания, да. И только об одном жалею, что Люда меня раньше не нашла, да, поздно это регистрировалась, возможно. Мы работаем, наша команда работает в основном через интернет, да. Мы рекрутируем в онлайне. Как мы это делаем? Вот, мои девочки в чате, вижу, включила, сейчас нашла. Мы рекрутируем в онлайне, это в основном это блоги, сайты, это социальные сети, это доски объявлений, городские форумы, да. Мне очень нравится лично вести свой блог, у меня есть свой блог, мне нравится вот там, что это делать, писать статьи, какие-то картинки добавлять, мне это очень интересно, да. Также это группы в социальных сетях, мне тоже очень нравится вести группы. Опять же, я туда добавляю какую-то информацию, которая как бы, касается нашего бизнеса, да. Работаю я почти во всех социальных сетях, ну, как, которые я знаю, то есть исследую, если нахожу какую-то новую социальную сеть, я обязательно там регистрирую, смотрю, как там можно регистрировать, что там есть для меня полезное. Также доски объявлений, их тоже очень много, они в основном по городам. И тоже нужно выбирать доски объявлений того города, который вам актуален, да? И то же самое касается городских форумов. Приглашаю я в основном на бизнес. То есть я предлагаю человеку сначала бизнес, построение бизнеса, а потом, если уже человек не соглашается по каким-то там причинам, да, потом я ему уже предлагаю скидки, там какие-то или же подарки, которые можно получить, да, и тогда люди бывают, на бизнес не согласились, а на подарки. Какие есть такие вот правила, да, которых я придерживаюсь, это не ввязываться, да, в обсуждение политики, религии и так далее, то есть на табу, потому что, ну, там можно очень много негатива и сильно увязывать. И обязательно, конечно же, не спать. То есть потому что спам это даже некрасиво. Мы в этой компании собираемся работать не полгода, не один день, да, там, не год, а собираемся работать, можно сказать, всю жизнь. Поэтому это имидж нашей компании, это наше лицо, поэтому старайтесь все-таки не спамить. После уже регистрации, да, вот именно сопровождение, мы проводим встречи в скайпе. Это встреча знакомства, это вторая встреча, да, это планирование действий. Там помощь, также есть чат для команды. Еще сопровождение у нас идет обучение. Обучение проходит в режиме вебинара. Вот как сегодня у нас идет вебинар, в таком режиме мы проводим обучение. Это очень удобно.
очень удобно, потому что есть слайды, да, есть видео, которые люди видят меня. То есть есть чат, где можно позадавать вопросы, да, кто тебе поотвечает, то есть, ну, такое живое общение. Проводим мы возможности ретейн 2 раза в неделю, успешные старты 2 раза в каталог, подведение итога вот честного новых уровней у нас проходит 1 раз в каталог, ну, планерки для персональной группы это 1 раз в неделю и также менеджерские планерки 1 раз в каталог. Ну, в принципе, все, если есть вопросы. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас рекрутов в каталог обычно? Каталог рекрутов, 1 рекрут в день, это получается 21 каталог. Минимум 1. Да. Минимум 1 в день у нас идет такого. Вы рекрутируете исключительно только через онлайн, я правильно, да, понимаю? Только через онлайн. А потом, когда сопровождаете, вы с этими людьми все-таки вживую встречаетесь, да, возможно, дальше кто начинает? Ну, конечно, если или это, кто клиентами становится. Как-то получается встретиться вот вживую, то, конечно, встречаемся. Это в моем городе, да, в моей семье, такая возможность, то обязательно. Мы, конечно, встречаемся. Как работаете на форумах? На форумах просто, на форумах есть определенные разделы, где можно создавать свои объявления. Или же делать на свои какие-то вот темы, создавать на форумах, да, тоже в определенных разделах, и вести эту тему можно вот так вот делать. То есть продвигаете свой сайт, я вот, ладно, не так не продвигаю, да, вот если всякие баннеры и так далее, то есть я просто вот в социальных сетях продвигаю, в основном в своих группах ставлю ссылочки вот так, в группу.